Я Кокорин Никита, ученик 11 класса школы поселка Карл Маркс Энгельского района. Хочу рассказать о важном событии в моей жизни. Встреча с губернатором Саратовской области Валерием Васильевичем Радаевым и посещение Белого зала правительства Саратовской области. Это событие произошло благодаря моей победе в региональном конкурсе «Губернаторский дневник». На встрече с губернатором я рассказал о себе, поделился планами на будущее. Валерий Васильевич поддержал мои начинания, пожелав успехов. Твое обучение продолжить в Саратовском государственном университете имени Чернышевского на факультете, связанном с информационными технологиями. Мне наиболее близки точные науки и наука экология. По моему мнению, она интересна тем, что благодаря знаниям, полученным на уроках экологии, можно приблизиться к решению проблем. Спасибо, Никита. Вот, видите, как уже подготовлен Никита. Кокорину Никите, обучающемуся 11 класса школы поселка имени Карла Маркса, Энгельского района. My bows and my curtain call.